Генералы России и НАТО встречаются в Баку не первый раз. По мнению экспертов, одной из причин, почему именно столица Азербайджана выбрана для проведения встречи начальника Генштаба России Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертисом Скопороти, является тот факт, что Азербайджан не относит себя ни к НАТО, ни к ОДКБ. Растущий международный авторитет Азербайджана позволяет рассматривать Баку в качестве выгодной площадки для переговоров. Главная тема переговоров – снижение напряженности в отношениях России и НАТО. Встреча Герасимова в Скопороте носила характер военно-политических консультаций и направлена на предотвращение риска начала Третьей мировой войны. Учитывая то, что любой обмен ударами между НАТО и Россией неизбежно приведет к дальнейшей ядерной эскалации, тот диалог и те переговоры, которые сегодня проходят в Баку, имеют первостепенное значение, в том числе и для международной безопасности. Азербайджан неоднократно выступал в качестве площадки для регионального и международного сотрудничества, зарекомендовав себя надежным партнером, и данный фактор играет положительную роль в укреплении позиций страны на мировой арене. Мы видим, что экономический рост существенно выше среднего. На самом деле Азербайджан представляет себе прекрасный пример того, как нефтегазовые деньги можно вкладывать именно в развитие страны. Я думаю, что весь огромный регион Евразии с удивлением и удовольствием смотрит на ту, по сути дела, урбанистическую революцию, которая происходит в Баку, когда образуется новый сверхсовременный город, музей современной архитектуры под открытым небом. Сегодня Азербайджан, без сомнения, лидер по современной жизни. Именно, кстати, поэтому Азербайджан стал точкой притяжения. Баку берет на себя немаловажную ответственность нового политического и экономического значения, и это придает Азербайджану важный статус в регионе и на международной авансцене. Азербайджан принадлежит к немногим государствам, которым сегодня удалось добиться счастливого сочетания стабильности и развития. К сожалению, если мы посмотрим на карту постсоветского пространства, то есть немного государств, которые смогли добиться оптимального соотношения с внешним миром, но и идти вперед. А в Азербайджане мы наблюдаем эту динамику, у Азербайджана большой потенциал. Реализуемые в стране проекты регионального и глобального характера не только превращают отдельные государства в экономических партнеров Азербайджана, но и делают его надежным политическим центром. Ильнара Мамедова, Ильнара Алиева, Исмира Алиева, CBC.